Полное описание и точная дата выхода первой и второй серии нового российского сериала «Мастер». Первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале НТВ 15 июня. Первая серия. Команда «КамАЗ-Мастер» приходит к финишу Дакара. Золото у пилота команды Василия Кузнецова. Он становится новым наставником команды вместо Еремина, которому прочили эту должность. Кузнецов распускает старый состав и набирает молодую кровь. О распуске команды узнает бывший пилот КамАЗа Денис Сазонов, который мечтает вернуться, но ему не могут простить одного эпизода из прошлого. Дениса берут в команду уборщиком. Еремин подсовывает Кузнецову пилота со спонсором Евгению Алексеенко, бывшую жену Сазонова. Еще двоих пилотов Кузнецов выбирает лично. Это Макс, сын Еремина, и Наиль, лучшие пилоты в школе картинга. На квалификационном заезде Денис запирает Беликова в душевой и получает шанс занять его место. Вторая серия. Сазонов восстанавливается от полученных травм. Женя недовольна тем, что она всего лишь штурман у Беликова, из-за чего у них часто происходят конфликты. На одном из заездов она просит дать ей сесть за руль и показывает безупречное вождение. Беликов начинает относиться к ней с уважением. Макса тяготят отношения с его девушкой Полиной. Он все время ищет способ проводить время без нее. В клубе он знакомится с танцовщицей Светой и приглашает ее с собой на тусовку стритрейсеров. Во время гонки машина Макса врезается в грузовик. Света получает тяжелую травму. Сазонов узнает, что у Жени есть 12-летний сын Леша. По возрасту он может быть его сыном. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале НТВ 15 июня. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.